Приветствую вас, хакеры и геймеры. Давненько, однако, я не представлял игрушки на Panasonic 3DO. Сегодня я исправлю этот косяк и расскажу о игрушке от торгового дома Time Phoenix 3. Игра довольно интересна, затягивающим сюжетом и постоянно меняющейся ситуацией. Прикольно вставлены видеозаставки, правда, графон чуть-чуть пострадал. Сюжет игры довольно знакомый. Вы в роли супергероя должны добраться до нехороших пришельцев и замочить их любыми способами. По пути вам встречаются всякие страшные, некрасивые, неприятные существа, которые начинают к вам всяко приставать и нервничать. Если у вас кончились патроны, а они не бесконечны, используйте гранаты. Ежели гранаты вас покинули, то лучше помолиться и сделать ноги, или у вас их не будет. В первой миссии я нашел несколько мини-секретиков, так что прежде чем нести с вами голову и джойстик, постреляйте в стены и найдете дополнительные патроны и здоровье. Они вам пригодятся. Ведь в игре более 40 видов наземных, подземных и воздушных врагов. К тому же вам предстоит зарубиться в 20 различных уровнях с разными заданиями, на что уйдет немало времени. Также вам посчастливится полетать на своем мини-звездолете и поугарать в 10 разных звездных системах, используя свои 5 видов оружия. Если вам повезет и вы пройдете достаточно далеко, вы сможете затусоваться и пообщаться с Межгалактическим Советом. А теперь внимание, конкурс. Сколько времени в игре занимают видеозаставки? Если вы точно сообщите, сколько минут занимают видеозаставки, то сможете порадоваться диску с мультиками про Вуди Вудпекера от торгового дома Тайм. Ну ладно, счастливым, я пошел спать. Новая реальность.